Всем привет! Сегодня я решила приготовить обед из грибов. Я купила грибы, шампиньоны, но у нас с дочкой разные пожелания. Так как я соблюдаю раздельное питание, как бы диета, похудение, поэтому я решила сварить супчик из грибов, а дочка запросила у меня жареную картошку с грибами. Ну, грибов хватит и на одно блюдо, и на другое. Поэтому я сейчас буду почти одновременно готовить два блюда. В мультиварке я буду варить суп, ну и на сковороде буду жарить картошку. Супчик я буду готовить в мультиварке. Значит, у меня есть мультиварка. 200 грамм шампиньонов, 2 средние картофелины, 1 морковь и либо средняя луковица, либо большой половинка. Лавровый листик, растительного масла 2 столовые ложечки и литр воды. Ну и в конце я положу зелень. Это все, что понадобится мне для супчика. Морковку я сегодня решила нарезать не соломкой, а вот такими мелкими кубиками. Хотя можно нарезать как вам удобно, как вам нравится. Отправляю в мультиварку и таким же образом нарезаю сейчас лук. Морковка с луком в мультиварке. Добавим чуть-чуть растительного масла, примерно 2 столовые ложки. Ну, я на глаз наливаю. Включила режим жарко на 10 минут. И с открытой крышкой буду помешивать. Пока жарятся овощи, я сейчас нарежу картошку и нарежу грибы кубиками. Ну, режьте, как вам нравится. Кубиками, не кубиками, соломкой. Это не имеет значения. Картошку пока залью водой и нарежу шампиньоны. Шампиньоны предварительно надо помыть. Ну вот я нарезала вот такими кусочками грибы и нарезала картошечки немножко. Хотите, можете больше картошки добавить, если вам нравится. А в мультиварке вот у нас тут жарится морковка и лук. Вот 10 минут пройдет, и засыпем тогда картошку и грибы. Помешивать надо. Режим жарко подходит к концу. Я уже вскипятила литр воды в чайнике. Слила воду с картошки. Вот подрумянилась морковка с лучком. И теперь я сюда буду всыпать картошку, грибы. И заливаю литр сюда воды горячей. В мультиварку лучше наливать горячую воду. Тогда наш супчик быстрее закипит. А теперь надо будет все это сразу посолить, поперчить, лавровый листик бросить, закрыть и поставить режим суп на 30 минут. Соль, как всегда, я использую вкусную соль, но можно обыкновенную, какая вам нравится. Перец я не кладу, так как мне перец нельзя, поэтому без перца. Все, я включила суп на 30 минут. В мультиварке он будет готовиться без моей помощи. А пока сейчас я займусь жаркой картошки с грибами. Грибы я пожарю отдельно, а картошку с луком отдельно. Потом все это соединю. В сковороду налью немножко масла. И высыпем туда грибы. Вот грибочки дали свой сок, и сейчас они дальше обжариваются. Чуть-чуть, чтобы подрумянились, чтобы уже были готовы. Ну вот наши грибочки немножко подрумянились, водичка выкипела. Сейчас я их просто отложу в стороночку. Точнее, просто я их выложила в тарелочку. И на этом же масле, тут сколько осталось, еще чуть-чуть добавлю и буду жарить дальше картошку на этой же сковороде. Картошка немного подрумянилась, и теперь я кладу туда лук. Дам теперь обжариться немножко еще лучку. Сейчас можно это все уже посолить. Также я буду солить вкусной солью.
Мне она нравится, она идет со специями, с травочками. Очень вкусненькая. До конца приготовления супчика осталось 2 минуты, почти 1. Я хочу открыть и посмотреть, что у нас там. Прекрасно. Ну, в общем, сейчас я брошу туда зелень. Зелень можно бросать прямо в тарелку. Это кому как нравится. Я хочу, чтобы она немножко покипела. Закрою крышкой. И все. И суп почти готов. 1 минута осталась. Сейчас мультиварка выключится сама. Ну и я буду дожаривать уже картошку с грибами. Ну вот, лук с картошечкой у нас уже поджарились. Лук наполовину готов, картошка наполовину готова. Сейчас я высыпаю сюда обратно грибы. Можно налить сюда чуть-чуть водички и накрыть крышкой, убавить мощность, и чтобы оно там пропарилось и до полного смягчения. Вот какая красота получается. Сейчас накрою крышкой, пускай парится, пропарится. Поставила на слабенькую мощность. Ну вот, картошка с грибами у меня уже готова. Картошка уже мягкая, ломается. Я решила сюда тоже немножечко зелени посыпать. Ну и опять накрою крышечкой. Оно немножечко еще пропарится вместе с зеленью, и можно будет выключать. Все, картошка готова. Ой, девчонки, люблю, когда моя мама готовит, показывает вам. Мне кажется, у нее особенно вкусно получается блюдо, которое она готовит именно на камеру. Мне просто она 200% выкладывается. Сегодня она приготовила грибочки. Я попросила картошку с грибами, давно не ела уже. Но уже вижу, аппетитно выглядит. И супчик. Супчик вообще невероятно пахнет вкусно. Я уже попробовала, если честно, бульончик. Такой насыщенный грибной аромат. И при этом видно, что он легенький, очень-очень вкусный. Сейчас я попробую сразу картошечку, но вообще я люблю картошку есть вилкой. Ложкой не очень люблю. Но попробую ложкой. Грибочек, грибочек попробуй. Я с грибочком взяла. Грибочком? Вкусно? Вообще идеально. Знаешь, ты и посолила идеально даже. Вкусная соль, она мне нравится. Готовь, пожалуйста, чаще девочкам. И короче, много всего так вкусного. Классно. Мама. Ну, кушай. Приятного аппетита, дочь. Спасибо. Ну, все. Ну, все, мои хорошие. Обед готов. Сейчас тоже сяду кушать. Дочечке все понравилось. Надеюсь, и вам понравится. Ну, всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.